Приветствую всех на своем канале, с вами Милана Мунлайт. Сегодня у меня будет распаковка ароматов, я их уже распаковала, но сняла для вас видео в макросъемке, так что приглашаю вас к просмотру. Сейчас у нас будет распаковка трех ароматов от марки Brand Collection, номерная парфюмерия. Очень хочется уже распаковать и послушать сами ароматы, потому что при покупке не было возможности тестировать, именно распылять. Начнем с аромата 041. Это аналог Нескада. Очень давно, кстати, я помню рекламную кампанию этого аромата. Такие сады с розами. Мне очень сильно запомнился сам. Ну, его повторяют, такую рекламу, но очень понравилось. Такая розовая коробка, различные коды, Special for You, мелкое вот такое название. Даже на арабском что-то есть, надписи. Ой, так приятно. Ух ты, как красиво. Красиво. Хоть это номерная парфюмерия, но очень приятно сделано. Достойно, добротно. Бюджетно, что самое главное. Ой, такой флакончик. Кажется, что маленький, но здесь 25 миллилитров. Можете видеть информацию. Супер короткий здесь. Сама трубочка. Забыла, как называется. Конечно, мне хочется нанести уже этот аромат. Красивая, конечно, упаковка. Она, конечно, оригинал аромата, безумно красивый, такой женственный, какой-то как града, либо что-то напоминает, либо печать такая золотая. Ух ты. Ой, такая розочка немножко алкогольная какая-то такая. Такая вкусная, веселая роза. Ой, обалденно. На лето самое оно. Просто огонь. Есть такая прямо сладость и свежесть. И такой еще эффект, как открывшегося шампанского. Очень интересный аромат. Поношу, расскажу полное мнение. Ой, ну тут несколько роз, по-моему. Ну так красиво. Так сладко, как будто вы открыли шампанское розовое. И рядом кусты роз, такие сад. Ой, обалденный вкусный аромат. Так, следующий аромат откроем с вами, номер 074. Ой, так... Хоть это и бюджетные ароматы, и аналоги, да, номерные. Кстати, вот этот аромат уже не должны производить, как и Эскадо. Так выглядит флакон. На свету это просто такие блики, синие, голубые. Безумно красиво, мне так понравилось. Как смотрится? Нанесем сюда. О, это цитрусы. Какая-то мята, тарху. Еще вот просто зелень, которую потолкли, залили лимонным каким-то соком, чтобы дать вкусить как-то. Очень коктейльно звучит. Цитрусов, фужерно, не знаю. Зелено свежо, вот как-то так.
Круто. Такой тоник в летнюю жару. Ой, безумно унисекс, мне кажется, аромат прям классный. И он и нежный, и не удушающий, освежающий. Розочка, кстати, аналог на эскаду, да? Она немножко уходит чуть-чуть в мыльность. Но все сладко, так игриво звучит, переливается. Вот это вообще прям бомба. Вот, кстати, номер 074, он такой прям будуарный, такой уютный, теплый аромат. А вот эти два, все-таки номер 144 и 041, они более такие свежие. Этот аналог на мандарина де Амальфи, он более зелено-свежий. А аналог на эскаду Ла Роз, по-моему, так, Спешл Ла Роз, он более такой сладкий, розовый аромат. Но тоже какая-то в нем есть такая нотка прохладцы. Такие вот у меня покупки, распаковка. Спасибо, что посмотрели. Безумно приятно с вами поделиться распаковкой. Сейчас буду разнашивать ароматы и дальше продолжу ролик в режиме портретной съемки. Пока-пока! Эскада Спешл Роуз, по-моему, так называется. И здорово, что есть такая возможность купить аналог недорогой и окунуться в это состояние. Ну, сладкий такой, сладостно-розовый аромат. Аж настойки потекли. Откроем с вами. Попробую без ножа. Ой, как это приятно. Убирать вальтовку. Такая матовая коробка. И здесь аналог ленты. Тоже аромат, по-моему, с розой. Тоже легкий, но мне вот с крышечки очень понравился. Лента, настоящая лента, смотрите, номер 074, не видно вообще трубочки, мутная жидкость. Да, я это видела при тестировании, но сейчас я еще больше поражена, как-то ее закрепили, тут ленту, интересно, она снимается. А, это резинка. Ух ты. Эта лента получается на резинке с обратной стороны. Вот она. Такие маленькие продуманные детали. Очень мило для бюджетного аромата. Столько заморочки на самом деле снять. Ну, сделать вот эту даже резинку пришить. Одеть вот эту ленточку. Здорово. Очень приятно так. Нанесем аромат. Я бы сказала, тут есть роза, какая-то такая молочность, что ли, или сливочность. Вкусно, интересно. Красиво, классически скроенный такой прям. Бежевый нюдовый аромат. У меня тут кошечка моя, Шалуся, ходит. Если номер 041 более сладкий такой, явно розовый, немножко с намеками на такие сады, на какое-то шампанское, то вот этот аромат более такой вот, как цвет жидкости, полумолочный, что ли. Но это все на базе розы. На розовом звучании. И третий аромат, кстати, сегодня гамма такая летняя, приятная, мне радует глаз. Очень долго, кстати, выбирала ароматы, потому что как-то у них не обновляются ароматы, но моя главная хотелка — это вот этот аромат. Причем я думала, что это портофино,
Но это Портофино идет под номером 0100, ой, под номером 143, а это Мандарино де Амальфи, по-моему, так. Да, вот здесь должно быть написано. Здесь должно быть написано. Сейчас сниму вальцовку. Он был последний. Вальцовка снимется без труда. Как тестер стоял, но брызгаться им нельзя было. Вот, видите, да, номер 144 Амальфи. То есть это Мандарино де Амальфи. Я нашла на арабском сайте, да, это Мандарино де Амальфи, а не Портофино. Портофино идет под номером 143. И я очень рада, что у меня есть аналог на Мандарино де Амальфи. Красивый картон. Как-то у меня фокус сегодня быстро теряется. Да, да, да. Такое теснение в клеточку. Вот я думаю, в арабских странах они продаются без проблем, да, во всех своих, во всем своем многообразии, потому что я смотрела распаковки и вообще коллекционеров марки Print Collection, испанские блогеры в основном, и там просто все ароматы, какие только можно, туфелек там вообще, Good Girl, да, вот эти туфельки Каролина Еррера, просто тьма тьмущая. Вот у нас даже выбора меньше, очень, я бы сказала, меньше. Все тут пробрендировано, голограмма. Так, ладно, у меня затягивается опять распаковка. Немножко. Вот такое было видео в режиме макросъемки. Я уже немножко поносила эти ароматы и могу вам сказать какое-то приблизительное мнение. Начну с аромата номер 041. Аромат Brand Collection. Такая вот еще раз упаковка. Кажется, что здесь очень мало миллилитров, но здесь 25 миллилитров. Аромат очень туго как-то открывался поначалу, но сейчас разработался. Это очень такая акварельная розочка, сладкая, с кислиночкой, с прохладцей, такое красивое звучание. Я, кстати, тестировала этот аромат, сравнивала с оригиналом. Это аналог на парфюмерную композицию Especially Delicate Notes от Эскада. Аромат создан в 2012 году, Жан-Мишель Дюрьес. И ноты в композиции, в верхних нотах груша, хаманасу, это такой цветок, грейпфрут, в средних нотах роза, амбретта, иланг-иланг. И в базе мускус и древесные ноты. Просто удивительная композиция. И для меня здесь просто ода такому цветочному саду с розами, причем с розами и такого розового оттенка. И, кстати, сама рекламная кампания тоже была яркая, красивая. В то время я запомнила эту рекламную кампанию, где девушка в саду подстригает куст с розами, ну, безумно красивая. Я не буду включать ролик, да, эти картинки, потому что авторские права. Вы можете найти, посмотреть, просто максимально красиво представлена рекламная кампания на оригинал, да, на Эскаду Delicate Notes. И вот этот аромат, он такой вот, он и летний, и прохладный, и сладкий. Но я им буквально поливаюсь, и я перестаю быстро слышать его. Вот здесь, наверное, единственный минус. Но, возможно, он есть, и просто я перестаю его вдруг слышать. Я тестировала, кстати, вот с оригиналом, сравнивала, и оригинал тоже не особо стойкий. Либо я проваливаюсь в какую-то аносмию в этом аромате через какое-то определенное время. Но принюхиваясь потом кожи, я с кожи ощущаю аромат. То есть это такая вот для меня будет летняя поливашка на тему роз,
Мне показалось вначале, что здесь есть шампанское, либо вот какие-то такие вот эффекты у меня были. Возможно, это грейпфрукт и ханамасу. Вот этот цветок. Я честно, я не знаю, как он звучит, но здесь есть какая-то такая нотка еще такого стерильного металла, немножечко чуть медицинского и нота прохлады. Вот нота, кстати, очень свойственна для 2000-х, 2010-х. Такая вот Miracle еще аромат есть. И в нем тоже есть вот такие какие-то прохладные медицинские инструменты, но и сладостные какие-то звучания, либо холодный металл такой. Ну, очень поразительно. Буду носить с удовольствием, поливаться и тестировать его именно с кожей, потому что с одеждой почему-то, не знаю, для меня очень летучий аромат. Следующий аромат от марки Brand Collection номер 074 с такой вот лентой. И здесь тоже есть такая сатиновая лента. По-моему, это аналог на ограниченную серию от Giorgio Armani Sea Rose Signature. На аромат 2016 года создала аромат Джулье Масси. И ноты, перечисленные на фрагрантике, они, знаете, просто вперемешку. Здесь есть две розы, майская и дамасская, черная смородина, которую я не слышу в аромате, ваниль, фрезия, мандарин, ирис, пачули, османтус, бергамот, амбрета и амбра. Ой, так, сейчас нанесу. Аромат такой сладко-розовый, но я чувствую вот этот османтус. Я чувствую пудровость, это, возможно, дает ирис. Амбретта, вот да, какой-то такой вот, не знаю, вот как я правильно, либо неправильно понимаю саму амбретту, он какой-то такой игривый, как немножко и амброво-алкогольный, что ли, звучание такое. Здесь, кстати, в макросъемке я показывала, да, такая лента на резинке. Ну, в общем, заморочились с аналоговой парфюмерией, с номерной. И это очень приятно, бренд Collection поражает. Сама жидкость такая мутноватая, на фрагрантике пишут, что в оригинале, его, кстати, сейчас уже не купить, по-моему, тоже жидкость мутная, дает даже хлопья в осадке. Ну, безумно вкусно, безумно интересно, звучит сладко, так пудрово, по-цветочному, по-женственному, будуарно. Тепло, в отличие от предыдущего аромата, который прохладно, сладкий, цветочно-розовый. Этот аромат более теплый такой. Не то что пряный, а пряно-пудрово-цветочный. Здесь нет ни прохладцы, ничего. Безумно мне нравятся флаконы. Это у меня второй же аромат от марки Brand Collection номерной. Первый это красный, не помню номер, но аналог на Сипасьон. И я прям... Для меня это классический аромат, с таким вот он немножко уклоном офисным, да, такой строгость есть в нем в аромате. Если предыдущий аромат можно наносить с платьем на лето, на ветер, на жару, то вот этот аромат безумно красиво будет в офисе, на каких-то мероприятиях более строгих, сдержанных, городских, то здесь вот сад, прогулка, такое беззаботное настроение. И на лето, кстати, вот этот аромат, он никак не душит, никак не уходит в осенние ароматы, не в зимние. Достаточно акварельная, так, и немножко молочная какая-то нотка вроде бы, но звучит акварельно. И достаточно, кстати, стойко. Если по стойкости сравнивать, то для меня вот он более стойкий такой, но шлейф все-таки минимальный, но он ощущается.
Если вот этот аромат я быстро перестаю слышать, то данный аналог на Sea Rose Signature от Giorgio Armani я слышу достаточно подольше. Но еще повторюсь, что это недавняя покупка, и я еще буду разнашивать аромат в течение лета. Совершенно считаю, что покупка вот этих ароматов для меня была именно на лето. Там еще хотела купить аромат, аналог на Coco Mademoiselle. Я послушала и сразу же вспомнила аромат Санни, подарок от подписчицы, который я просто не смогла вытерпеть. Я его, ну, прям не, на душу не перенесла. И я вот в бренд коллекшн аромат Coco Mademoiselle я услышала такие ноты, прям вот папиросности, вот очень грубо. Все-таки, наверное, Chanel Coco Mademoiselle лучше покупать в оригинале, потому что аналог даже с крышечки пах вот, ну, невероятно отторгающий для меня. Либо я такая вредная, либо я что-то слышу, какой-то синтетический заменитель, который меня просто вот выворачивает от этого аромата. Но сейчас Coco Mademoiselle 8000 стоит 30 мл. И к покупке я пока его не планирую, хотя у меня был маленький такой флакон духов, ну, в формате духов. Мне он очень нравился. Очень я колебалась, что купить, но я знала, что я куплю аналог на Tom Ford. Это номер 144. Есть, кстати, еще номер 143, но здесь идет композиция на Мандарина де Азур, по-моему. Так. Ой, он очень-очень-очень напоминает коктейль, освежающий такой коктейль. Ой, такой вот он прям вот глоток свежести, фреша, такого летнего какого-то вот коктейля, который просто вас освежает, как вот полностью перезаряжает на новое такое вот свежесть, бодрость такая. Есть не зеленоцветочность, а зеленоватость в аромате, лимона очень сильно ощутим. Травы, тархун, вот мята, все потолкли в стакане, вам дали этот фреш. Зачитаю вам быстрее пирамиду, композицию. Это аналог аромата от Tom Ford, Мандарина Ди Амалфи 2014 года. И создала оригинал Калис Бейкер. В верхних нотах лимон, грейпфрут, мята. Очень читается, очень слышится такой фреш. Базилик, тархун и черная смородина. В средних нотах цветок апельсина, жасмин, мускатный, шалфей, шисо, кориандр и черный перец. В базе мускус, ветивер, цибетин, лабдану и амбра. Ну просто безумно красивая композиция. Унисекс, абсолютно унисекс. Очень рада, что можно купить за бюджетную стоимость. Это прям такой вот поливашечка. Наверное, среди всех это самый для меня стойкий, самый ярко читаемый, такой прям бодрый. Безумно рада этой покупке. И не знаю, смогла бы я купить сам Tom Ford, да. Конечно, хотелось бы сам оригинал, да, аромата. Но вот здесь просто максимум какой-то красоты. Я понимаю, что если я буду сравнивать оригинал и номерную парфюмерию от Brand Collection, я найду миллион просто разных оттенков и разницу. Но я очень довольна такой покупке и могу вам ее рекомендовать. Конечно же, это ваш выбор, покупать номерную парфюмерию, либо покупать маленький адливант оригинала. Я, кстати, купила, потому что хотела приобрести именно вот аналог на Tom Ford. И как же я могла купить только один аромат, потому что они все были бюджетные. Я купила еще два, хотя очень сильно думала, этот я точно хотела приобрести. И очень сильно думала, какой приобрести третий. Вот выбор пал на такой аналог от Giorgio Armani. Такая у меня была подборка. И, кстати, на лето они все максимально красиво подходят. Прям вот освежающий аромат.
Далее сладкий, такой сдержанный и сладко-прохладный. Эти ароматы просто будут использоваться у меня летом как поливашки такие. И я очень вдохновлена своими покупками. Надеюсь, вам было приятно. Дальше сложу мнение, расскажу более подробно. Приглашаю вас проходить мои плейлисты, подписываться, комментировать, ставить лайки. Мне все очень приятно. Желаю вам классных парфюмерных покупок. Всем шлю воздушный поцелуй. Всем пока.